У Гомелі проходить открытый чемпионат белорусского физкультурно-спортивного товариства «Динамо» по шматборье выратовальников. Удельничают 9 команд областных и Минского городского управления, Республиканского отряда специального призначения и Университета громадянской обороны МНС Республики Беларусь. На полигоне, где проходили квесты для выратовальников, побывала и наша здымочная бригада. Знайти и выратовать. Менавіта так можно описать амаль усе этапы пятидневных спаборництв. Найбольш відовішним з'являється працовка дзеянняў ва умовах надзвычайных сітуацый тэхнагеннага характару. Тут выратавальнікам на адным полигоне неабходна было ліквідаваць умоўныя наступствы ДТЗ, аварыі на хімічным аб'екце, прайсці квест у газадымакамеры і вызваліць пацярпелых з-пад завалаў. На кожным аб'екце свой часавы ліміт, недзе адна гадзіна, на іншых паўтары. Гомельская земля удзівіла, арганізавалі на очень высоком уровні. Выступаю уже не первый год, опыта хватает, но честно, это вы на данный момент это самое сложное соревнование, которое были за все это время. Этап рыхтавалися для найлепших выратавальников Украины. Складанность узняли до максимума. Сам полигон створался на протягу 3 года. И сегодня он принимает спаборництвы республиканского уровня. Организаторы и старшие судьи на этапах жили здесь, на этом полигоне, чтобы каждый этап был максимально сложный и интересный для проведения. Тут каждый вложил частицу своей души, каждый организованный этап. Поэтому идея была общая. Ну и когда уже руководство министерства приехало, проверило готовность к этапам, конечно же, сказали, что Гомель должен в этом году встречать и проверить подготовку наших спасателей всей республики. Ну, вроде бы все получается, все неплохо, ну и ребятам нравится, но тяжело. Каждый этап спаборництва после прохождения одной команды необходимо обновлять. Каб знов смоделевать умовы надзвычайной ситуации, потребно 30-40 хвилин. Нелегко приходится как удельникам, так и организаторам турниру. Для проверки здольности у воротовальников, что год треба створать новые ситуации и умовы. Бо на самом речь ни одно надзвычайное здарение не повторяется за однольковыми обставинами. Евгения Кухаронок, Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».